44th president of the United States. Да, мы смогли. Лейтмотив прощальной речи уходящего президента США Барака Обамы. Он выступил перед своими сторонниками в Чикаго, там же, где 8 лет назад объявлял о своей победе. По мнению 44-го президента, Америка стала за минувшие годы лучше и сильнее. Если бы я вам сказал 8 лет назад, что Америка победит рецессию, если бы я сказал вам, что мы откроем новую страницу отношений с кубинским народом, положим конец иранской ядерной программе без единого выстрела, расправимся с вдохновителем атак 11 сентября. Если бы я сказал вам обо всем этом, вы ответили бы, что мы метим слишком высоко. Но мы все это сделали. Америка стала сильнее и безопаснее, чем когда мы начинали. Я прошу вас поверить, что принести перемены не в моих силах, а в ваших. Да, мы можем, и да, мы смогли. Вместе с Обамой и с избирателями попрощалась его семья, а также вице-президент Джо Байден. Уже на 20 января намечена инаугурация нового главы Белого дома, республиканца Дональда Трампа.